Чтобы достичь заданной цели, необходима точная комбинация. Линейка различных марок комплексных гранулированных удобрений от «Уралхим» позволяет выбрать наиболее подходящую комбинацию элементов питания и, соответственно, формуляцию в зависимости от возделываемой культуры и применяемой агротехники. Все удобрения данной линейки обладают высоким уровнем качества и экологичности и маркированы знаком «Зеленый эталон». Высокоазотные марки комплексных удобрений эффективны для яровых культур в качестве удобрений для основного внесения под предпосевную культивацию, а также для припосевного внесения. Помимо этого, они могут применяться под озимые культуры и многолетние травы в качестве ранневесенней подкормки. Низкоазотные марки комплексных удобрений сочетают в себе пониженное содержание азота по отношению к равновесному содержанию фосфора и калия, а также серу в доступной для растений форме. Данные марки эффективны для основного и припосевного внесения. Входящая в состав удобрений сера повышает эффективность усвоения азота растениями, а также повышает качественные характеристики урожая. Оптимально для зерновых, зернобобовых и масличных культур. В составе высококалийных марок комплексных удобрений высокое содержание калия. Благодаря ему повышается эффективность белкового и углеводного обмена в растении, регулируется транспорт воды и растворенных веществ, улучшаются качество и вкусовые характеристики готовой продукции. Применение марок с высоким содержанием калия повышает устойчивость растения к неблагоприятным климатическим условиям и некоторым заболеваниям, например, корневым гнилям. Такие формуляции могут применяться как для основного, так и припосевного внесения. Такие удобрения рекомендуются для кормовых, масличных, овощных культур и картофеля, а также для почв с низким содержанием обменного калия. В составе высокофосфорных марок НПКС удобрений повышенное содержание фосфора. Фосфор способствует формированию мощной корневой системы, поддерживает обменные процессы дыхания растения. Высокофосфорные марки применяются в качестве основного удобрения с осени для озимых культур, основного и припосевного удобрения для яровых культур, а также в качестве припосевного для овощей. Рекомендуется к применению на почвах с низким содержанием подвижного фосфора. Низкофосфорные марки обладают повышенным содержанием азота и калия. Эффективны в качестве основного и припосевного удобрения для всех культур, а также в качестве подкормок при междурядной обработке почвы. Рекомендуется к применению на почвах, обеспеченных подвижным фосфором. Равновесные марки комплексных удобрений могут применяться на всех типах почв и под все культуры. Они особенно эффективны для основного и припосевного внесения. Высокое содержание серы в марке НПКС 15-15-15-11 будет способствовать улучшению качества готовой продукции, а именно повышению белка в зерновых культурах и масла в масличных. Комплексные марки удобрений с микроэлементами содержат азот, фосфор, калий, серу и микроэлементы, такие как бор и цинк, в одной грануле. Бор необходим для нормального деления и роста клеток, формирования и сохранения завязей. Цинк незаменим для оптимального белкового, углеводолипидного и фосфорного обмена веществ в растении. Также способствует биосинтезу витаминов и ауксинов. Помимо этого, он повышает способность растений связывать и удерживать воду. Удобрение «Мультистарт» НПКС 15-15-15-11+Био является комплексным биомодифицированным удобрением. В состав удобрения входят основные макро- и мезоэлементы, а также ризосферные бактерии вида Bacillus subtilis. Микроорганизмы в составе удобрения способствуют активному росту корневой системы и улучшению ее всасывающей способности, что помогает растению усваивать больше питательных элементов из почвы и удобрений. Также, благодаря выделению бактериями ауксиноподобных веществ, мультистарт оказывает ростостимулирующее действие на растения. Данное удобрение оптимально для припосевного и основного внесения. Подходит для зерновых, масличных, овощных и плодово-ягодных культур. Комплексные гранулированные удобрения линейки НПКС от «Уралхим». Для тех, кому важна точность.